Почти 40 лет прошло с начала применения в нашей стране первых аппаратов магнитотерапии. Сегодня силой магнитного поля успешно лечит продукция Елатомского приборного завода. В списке показаний целый ряд заболеваний различных систем организма человека. Линейка производимых заводом физиоаппаратов достаточно широкая. У каждого прибора свои преимущества и показания к применению. Алмак-02 мы применяем при лечении опорно-двигательного аппарата, последствий травм, осложнений сахарного диабета, заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. Параметры магнитного поля в приборе программируются. Задаются разные направления и разные частоты, соответственно, диагнозу заболевания. Для домашней физиотерапии, кроме аппарата Алмак-02, мы рекомендуем Алмак-01. Показания к применению аппарата Алмак-01 – более 50 видов заболеваний. Среди них – болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, дерматологические заболевания и другие. По мнению специалистов, эффект от магнитотерапии достигается как минимум после 10 процедур, а вот сохраняется результат достаточно длительное время – до 1,5 лет. Проведение физиопроцедур аппаратами Елатомского приборного завода не требует специальной подготовки. Процедуры эффективны и безболезненны. Внимание! Приобрести «Алмак» и другие аппараты к празднику 8 марта можно по цене 2014 года. Специальное предложение действует только до 10 марта в аптеках сети «Адонис». В дни выставки продажи покупатели аппаратов Елатомского приборного завода ждут заводские цены и праздничные скидки. Торопитесь, количество товара ограничено. Дарья Топчива, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира».